Птица очень ждала большого волейбола. И вот первый матч чемпионата России в Москве. Динамо, Урал, Уфа. Новый тренерский штаб во главе с Юрием Маричевым за две недели работы дал бело-голубым новый импульс. Заметили многие. Команда та же, игра другая. Оживление у нас какое-то в команде. Мы начали очень много работать на страховке, на блоке. Но у нас все элементы. И сейчас у нас, можно сказать, что получается это немного. И начали поживее бегать на площадке. Однако наставник «Динамо» о положительных моментах говорить не торопится. Больше его волнуют недочеты своих ребят. Ну, честно говоря, мне бы не хотелось бы о положительных вещах говорить. Вот. Все это будет анализироваться, и упор делаться, конечно, не на положительное, а на то, что не получается, больше не получается. Это касается и подачи, и блока, и взаимодействия блока защиты. Так что везде надо добавлять. Для того, чтобы занимать высокие места, надо везде добавлять. В первых двух партиях с Уралом хозяева площадки действительно заставили болельщиков понервничать. Гостям несколько раз удавалось сравнивать счет. У нас возникали проблемы на приеме. Хорошо, что тайм-ауты и подсказки лидеров возвращали динамовцев в игру. Но уже в третьем сете все вопросы были сняты. У гостей совсем не шла подача. Динамовцы же с появлением на площадке Антипкина и Бакуна добавили в атаки и не забывали про организованный блок. Все это привело к тому, что третья партия стала заключительной в матче. В итоге уверенная победа москвичей 3-0 и еще один шаг на пути к вершине турнирной таблицы. Ну, мне нравится, в принципе, стиль. Сегодня Гранкин практически все пасовал стоя, без прыжка. Ускоренное, невысоко, но мы не смогли подстроиться под эту игру. В принципе, все мячи сбивались на большой скорости, низко. Но наши блокирующие слетали. И, в принципе, то, что мне понравилось, конечно, защита Динамо Москвы в шестой, пятой зоне, где подняли очень много мячей от блока, именно от блока. Вот у них взаимодействие на сегодняшний день такое эталонное взаимодействие блок-защита, конечно. Вот это, этому стоит учиться. Будем стараться везде добавить, а так все игры нужно побеждать дома. Следующую встречу в рамках чемпионата страны «Динамо» проведет 12 ноября. Во дворце спорта на улице Лавочкина наша команда примет оренбургский «Нефтяник». Мы работаем, чтобы вместе с вами двигаться вперед, строить планы на будущее, чтобы вместе с вами радоваться каждый день. Банк «Югра». С вами с 1990 года.